have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, и мы продолжаем тащить эту чертову каменюку через всю чертову базу, через чертовых монстров, все чертово надоело. Ладно, поехали. I'm almost there, отлично. Чему я несказанно рад. Ну что, вылазить будем? Не знаю. Будем. Нормально. Нормально. А если тут такая фигня, тогда вместо огнемета. У него дэмэдж хороший. Если что, клацаем на единичку и... Кто бы сомневался. Кстати, у меня есть кое-какое предположение. Да, он начинает ругаться. Человек начинает просто ругаться, у человека просто не выдерживают нервы. Так, где следующее говно, которое мы разбиваем? Да не влияй ты на меня, придурок. Я тебя вернуть пытаюсь, влияет он на меня. А, понял. Беги, пожалуйста! Мы не можем тут бежать, да? Ладно, парочку патронов пришлось еще втюкнуть. Непонятно, как... Так, что у нас там по патрону? Я много потратил, потому что эти мины, они довольно дорогие. Но на еще... одну истерику мне хватит. Так, ты вот эту внизу разбил. Окей. Получается, мы можем... Что? Мы можем туда пройти? Вот Фигева теперь поймешь, какие из них я топтал, какие нет. Вот эту возьми! Ну возьми вот эту! Ой, ты, блин, вообще... Эту можешь? О, эту мы можем взять. Блин, у меня появились пилы на Рипер, кстати.
фигово. Да сдохни! Я не понимаю, почему у мелких столько, блин, жизней. Но все время пытается вернуться к этому. Так, я воздушку почти всю потратил или всю? Ну-ка. Да, воздушка вся ушла. Давайте вместо нее поставим. Тогда у нас Рипер накопил 8 пилочек. Давайте мы его перезарядим. 8 пил на Рипере, это уже хоть что-то. То, что она там орёт, поторопись и все дела, пусть она, знаете, с нами куда пойдет. Какую задницу, каких космических масштабов. Вот, 3 патрона. Текстовый документ, очень вовремя. Читайте, ребят. Наслаждайтесь чтивом. Так. Harry Isaac. Еще чего, чтобы я сейчас поторапливался из-за вот этого. А еще одна будет? Откуда эти тентакли? Оно же было вроде как сказано, что это Левиафан. Ну да. Да, ну да, пошел я нафиг. Кто мне что будет? А мне еще и не... А, мне его протащить сначала надо. Так открой там фигню, я его протащу. Никого душного. Вот эти ребята, которым нужно исключительно по верхним рукам бить. Они все такие себя бронированные. Да, перезарядиться, к сожалению, нечем. Да. Так, Рипера потратил весь. Нет, еще 4 пилы осталось. Ладно, 4 это еще ничего. Впусти меня в ту штуку, пожалуйста. Возьму вот это на всякий случай. Ты же понимаешь, что ты фигню сделал, Айзек? Айзек? Айзек, ты дурак, ты понимаешь, что ты фигню сделал? Еще и стоит, смотрит на него. Убей ее, пожалуйста. Откройте! Спасибо. Лут. Самое важное в этой игре это лут, поэтому пройти мы не можем. Ну и хорошо. Айзек, Айзек. Кстати, да.
gave you a chance to come around, Isaac. But if you still won't see it, I'll help you. One last time. Wrigley, override. This time, watch to the end. Ну убей ее, пожалуйста. Isaac, it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I just wish I could talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Strange. Such a little thing. Just had a talk. That's all this research was in the end. Not much, is it? Just how to make it listen when he begged for convergence. But I had a different prayer. Кстати, возможно, тут я сам себе противоречу, потому что я спрашиваю... я ж пытаюсь объединить обелиск, и на меня нападают монстры, но явно же я помогаю монстрам. А с другой стороны, я спрашиваю, почему это происходит, и не читаю большинство вещей за последние несколько серий. Но, честно говоря, я уже в прошлой серии... позапрошлой серии я объяснял, почему я перестал читать многие логи, многие вещи, которые здесь происходят. Потому что сама игра меня уже сильно поддостала, и, честно, у меня нет сил. Она себя убивает? То есть она все это время была ходячим трупом, да? Это ее предсмертная записка, которую она мне отправила, и она себя убивает. Она все это время была мертва, а вот это вот, это некроморф. Ну, то есть... Это должен быть грустный момент, но мне нифига не грустно сейчас. Извините, кому я это нарушил или что-то такое. Ну, она по-своему права, что... Продолжай давать лут. Неужели запахло концом игры? На самом деле, мне кажется, что все это очень затянуто. Эта история началась на Ишимуре, она должна была закончиться на Ишимуре. Все вот это вот, то, что я вам говорил, что скучно передвигать этот обелиск, из этого был сложен геймплей последний час, из передвижения чертового обелиска. И это было уже скучно, это было уже неинтересно. Меня так нашпиговывают, сейчас будет что-то здоровое, что-то огромное, скорее всего. О, еще один нод. Мне, возможно, еще и бенч дадут, чтобы я мог это все прокачать, не? Или сейв-рум, или что-то. А,
Ага, вот где я оказался. Вот и бенч. Да, ясно. Пойдем продадимся. Я так понимаю, что, наверное, все-таки последнего костюма уже не будет. Что, наверное... Так, что мне по пушкам? Может быть, взять вот эту сюда. Так, 4, перезаряжаем. У нас есть одна полная обойма на нем. Вот это нормально с патронами. Тут нормально с патронами. И на швабре еще 3 патроны. Ну, 3. Вы поняли, короче, ладно. 3 шайбы у меня. Я могу полностью прокачать костюмчик, но... Правильно ли это будет? Насчет Рипера. Рипер мне очень сильно нравится, но у меня такое ощущение, что, возможно, насколько нас сейчас шпигуют всем, чем попало, возможно, сейчас будет какой-то или босс, или, ну, что-то здоровое, большое и толстое. Контакт бим. Он у нас на дэмэдж. Давайте можно... Раз, два, три, четыре... Три... Я могу их докупить, на самом деле. Давай на capacity, на reload, на secondary fire damage. Неплохо. Вот это у нас increase size of secondary fire projectiles. Это мне тоже, ну, необходимо бы. Если сейчас будет их дофига, просто отбиваться от них. Раз, два, три, четыре. У меня на него много патронов, на эту пушку. Плазма катер у меня полностью заряжен. Если сейчас контакт бин прокачаю, знаете... Давайте исходить из того, что сейчас будет какой-то здоровый файт. Я закупаю все, что у меня есть. Так, еще раз проверяемся. Есть пара аптечек, что неплохо. Есть один стазис-пак, есть парочка кислорода. Есть неплохо по патронам. Кстати, огнемет можно бы, может быть, подпродать. А зачем оно мне? А мне хватит тогда на еще один... Знаете, давайте. Огнемета у меня много, а так мне хватит на еще одну шайбочку. Мне их будет 6. 1, 3, 4, 5, 6. Супер. Поехали вкачивать пушки. Хочу ли я вылечиться? Ну ладно, посмотрим, есть пара больших аптечек. Поехали в контакт бим. Значит, в reload точно, в increase size точно, в capacity и в damage 700. Хорошо, осталось еще 2. Куда я могу их кинуть? У меня есть пульсовая винтовка, могу получить еще capacity и damage, но на самом деле это, наверное, сейчас нет. Лайнер. В лайнере могу получить... Я ими не пользуюсь. Capacity Reload, который мне, в принципе, наверное, не надо. У меня не так много на него патронов. Рипер. Офигенная штука. Но у него оба эти вот бесполезны, потому что я ими не пользуюсь. Capacity Damage, да, было бы круто, но мне опять... Мне на него вечно не хватает патронов. Остается тот же сьют. Давай, наверное, size и давай, наверное, duration. У меня на нем осталось 4 поинта неоткрытых. Возможно, я сейчас очень сильно об этом пожалею. Возможно, они у меня где-то откроются. Я уже все потратил. Возможно, там даже будет HP, которая мне бы нужна была бы. Ну, блин, ладно. Короче, костюм у нас вкачан полностью. Contact beam очень хорошо вкачан. И плазма-катер очень-очень хорошо вкачан. Capacity, наверное, до 23 можно было покращать. Rate of Fire мне на самом деле не надо, потому что я из него и так достаточно быстро стреляю. И мне нужно бы, чтобы не так много патронов тратились. В данном случае Rate of Fire мне бы навредил, наверное. Хотя, черт его. Самая быстрая рука на Диком Западе, да? Так. Где сейв? Ага, вот он. Давайте сохраняемся.
Нам сюда. Ну, то есть нам просто сбежать на шаттле сейчас осталось. Да. Да ёлки-палки. Джек! Дэниелс! А, опять какая-то, ну понятно, здоровая фиготень. Что вы знаете про девушек и тентакли, да? Сейчас ее пищу должно раздавить, по идее. Please! Ой, там ящик. Тут много ящиков. Там очень много ящиков. Блин, тупой респект. Вот этот дэмэдж стоило увеличивать. Чем мне по патронам на него? Спасибо, удобная менюшка, я оценил. Куда мне тебя бить-то? Ты там не офигел, дружище? Открывайся уже. Я что, две сразу лопну? Не-н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 е, тебе это не надо.
Он все больше и больше снижает мне. Блин, последнее что ли осталось? Дружище, ты офигел. Да ну что это за замах такой? Да успокойся, придурка кусок. У меня аптечки закончились. Вон, последняя. Да, я стреляю, стреляю. Ну, в это же было практически нереально попасть, только рандомно. Сдохнуть там не хочешь, например? Только что эта кислота нас убивала, сейчас нам эта кислота нормально. А, mindless spray. Все, можно свалить отсюда. Эти аптечки у меня всегда валялись под ногами или только сейчас? Говорю, но это, опять же, это несложный босс тут. Блин, так если подумать, не знаю, был ли тут хоть один сложный босс? Нет, наверное. Это все. А, и вдруг паника, вдруг суета. Ну, хорошо. Все, Айзек, давай, свалили отсюда. Это Ишимура камушек уронила. Ну да. Так, Exodus и Set Benchmark. Две чувачки приехали. Исход. Излет скорее. Тоже, я так понимаю, его личные кошмары. А, так, хорошо, хорошо. Давайте. Я могу это промотать? Могу. Давайте промотаем. Итак. Настал тот самый момент, конец этой игры, на который я так много откладывал высказывание своих мыслей по поводу всего того трындеца, который здесь происходил. Короче, ребят, давайте так.
я где-то начало и середины игры сравнивал эту игру с двумя другими. Во-первых, я ее сравнивал с Alien'ом от Sega по тому, какая здесь атмосфера Horror Survival. Я ее сравнивал с четвертым Резидентом, который, собственно, ремейк. То есть мы смотрим на эту игру с двух сторон, как Horror Survival и качество ремейка. Так вот, по Horror Survival провально все абсолютнейше. Игра офигеть какая скучная. Она не предлагает никакого нового геймплея. Она тебе предлагает разнообразность пушек, она тебе предлагает некая разнообразность монстров, на самом деле очень относительная, потому что больше половины из них одинаковые. И они такие говорят, вот тебе пушки, мы. Зачем мне 50 тысяч кредов? А, вот последний костюмчик где. Я тебя понял, ну и... А зачем мне... Какая New Game Plus, вы о чем? Смешные. Что-то еще покажут? Не? Так вот, короче, с точки зрения игры, мне очень не понравилось. Давайте так. Потому что геймплей крайне одинаковый. И он всегда ставит тебя в максимально кривое и нечестное положение. Все от самого начала игры до самого конца игры сводится к тому, что мы сейчас запрем тебя в темной тесной комнате, объявим карантин, и на тебя посыпятся монстры, и будем смотреть, как ты их замедляешь и отстреливаешь. И так вот каждый раз, и так каждый раз. Или что-то будет бежать, но обязательно тебе что-то будет бежать и со спины, и спереди, и ты обязательно от кого-то отхватишь. Как интересно. Да. Нет, это отстойще. На самом деле отстойще. Боссы крайне примитивные. Тут, кстати, файты с боссами делятся, проблемы с ними делятся и как на игру, и так и на ремейк. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Потом, вот этот полет. Ребят, кто придумает полет? Я вроде как разговаривал, мне сказали, что в первой, ну, в оригинальной игре полета не было. Были прыжки с платформы на платформу. Сейчас добавили полет, потому что типа технологии, но этот полет настолько всратый, в этой игре реально была самая тупая, долбанутая миссия с этими антеннами. Это мне даже вспоминать об этом тошно, причем тошно в прямом смысле слова меня мутить начинает. Так вот, короче, смотрите, можно сказать, ну история, но тот все-то... мы с вами смотрим не на киношку. Был бы это комикс, кино, книга, все что угодно, история стояла бы во главе угла, и история в играх крайне важна, я тут с вами согласен. Но в этом и фишка, это игры, и в игре, кроме истории, должен быть еще и геймплей. Геймплей здесь всрат абсолютно полностью и весь. Это страшно криво. Вспомните хотя бы тот момент с неубиваемым охотником, когда он меня в туалете зажал в углу, и он валяется, у него ни рук, ни ног, как, знаете, как этот черный рыцарь из Монти Пайтона, а я пройти мимо него не могу, видеть, или потому что игра считает, что передо мной до сих пор находится какой-то объект. Я уже не буду говорить про то, что творилось с бегом в этой игре, сколько раз меня это бесило и подставляло, это просто невероятно. В общем, резюмируя все это, вы сами все видели, геймплей всрат абсолютно полностью, игры здесь нету. Насчет ремейка, именно как ремейк, смотрите, куча проблем, которые были тогда в старых играх, многие старые игры, начало 2000-х, всякое такое, они были, в принципе, неплохими играми, но они были абсолютно неиграбельны именно из-за каких-то фишек, моментов, связанных с ограничениями консолей и все. Ну, вот, например, смотрите, что сделали здесь. Здесь у тебя есть крестовина, то есть выбор оружия на 1, 2, 3, 4. Вот. Но, во-первых, что она находится в виде крестовины, спасибо. Во-вторых, что... Посмотрите, как сделан тот же самый ремейк четвертого Резидента. Там эта проблема решена абсолютно полностью. Ты можешь на кнопке выставить все, что угодно и сколько угодно. Причем они это комбинировали как для геймпадов, так и для клавиатуры. Там на клавиатуре играть достаточно удобно. Что же получается здесь? Патронов вечно не хватает. И у тебя пушки находятся в постоянной ротации. И вот одна закончилась, вместо нее ставишь другую. Одна закончилась, вместо нее ставишь другую. Поэтому цифра
с определенной пушкой постоянно изменяется. И можно сказать, что у тебя нету доступа ко всем пушкам одновременно, чтобы типа был какой-то саспенс, чтобы ты мог, чтобы тебе нужно было отойти в тихое место и поменять слот на пушку. Да, но проблема не в этом. Проблема в том, что цифра постоянно меняется, и ты, например, только что пользовался огнеметом на единицу. Вот, ты его убрал, поставил туда, например, воздушку. Пользуешься воздушкой или не пользуешься воздушкой, пользуешься другими пушками, подобрал патронов на там, канистрочек на огнемет, он у тебя опять заполнился, ты его опять хочешь поставить. И ты его ставишь вместо той пушки, которая опустела. И ставишь ты его уже, допустим, на тройку. И вот ты привык, что у тебя на единице огнемет, у тебя на единице уже стоит воздушка, а на тройке уже стоит огнемет. И вот это каждые несколько минут происходит, вот эта смена пушек, смена пушек, смена пушек. Из-за этого ты постоянно, черт побери, путаешься, что у тебя в руках и на какую кнопку, что как вытащить. Это отвратительнейше просто, во-первых. Во-вторых, это опять же исходит из экономии на геймпаде, потому что на геймпаде у тебя мало кнопок, и ты дублируешь некоторые кнопки, чтобы они выполняли функции. То же самое и здесь. На F это кинезис, и оно же на F лечится, только в прицеле на F. Смотрите, как это работает. Просто нажимаешь на F, это лечение. В прицеле на F это кинезис, но в прицеле, когда ты стреляешь, на F кинезис уже не работает. Хотя ты стреляешь одной рукой, а кинезис используешь другой. Из-за этого появляется чертовски путаница, что, когда, где, почему фонарик работает только в прицеливании, почему он такой говёный. Блин, мы играем за чертового космического инженера, который чинит чертову космическую станцию. Опять же, привет, Элен, где у тебя был фонарик? Да, у тебя была стоимость пользования этим фонариком, та же батарейка и то, что тебя могли заметить. Но здесь у нас фонарик бесконечный, и то, что нас заметят, нас не представляет никакой опасности, потому что нам специально создают ситуации, в которых нас кидают монстров. Сделайте чертов наплечный фонарик, у тебя сраный костюм с перемещением в гравитации, и у тебя нету фонарика, у тебя фонарик только при прицеливании. Второе, я понимаю, что ну, как бы экономили очень сильно по графонию на консолях, потому что консоли всегда были гораздо слабее компьютеров, вот, и пытались как угодно урезать графонии для того, чтобы, ну, хоть как-то, хоть что-то, хоть где-то. Потому все игры там были или с туманом, или черные, или еще что-то. Здесь это происходит постоянно, при том, что, ну, он выставлен на высокие, игра выставлена была на высокие настройки. Она не кушает даже половину ресурсов на моем компе, вот. Но при этом ни чертища не видно. Ты всю игру, блин, тычешься в чертовой темноте, умноженное на отсутствие фонарика, ну и то, что какой он калечный в прицеле. Но это тупо надоедает. Это неинтересный геймплей. И учитывая то, что файты происходят одинаковые на протяжении всех сколько-то там часов игры, это какая у нас 26-я, 7-я серия, черт побери, это 14 часов геймплея, ну чуть больше может быть. То есть 14 часов однообразного геймплея, в котором ты постоянно в проигрышной ситуации, в котором ты постоянно... Не потому, что враги сильные или враги умные, нет, потому что разрабы тебе говорят, опа, а мы сделаем так, что ты окажешься в проигрышной ситуации, и ты нам ничего... Это бесит. Бесит то, что у тебя блокируются двери, пока происходят вот эти вот разговоры по телефону. Бесит, что вот такие дешевые приемы, типа срабатывание коммуникатора, звучит как рев монстра. Ну, блин, серьезно. Это пугает, это вначале неприятно, а потом это просто уже начинает раздражать. В этом смысле, что разработчики абсолютно не знают меры, они... О, это классный трюк, я буду пользоваться им всю игру. Вот, и все. То есть не происходит ничего абсолютно нового. Вот эта концовка с перемещением маркера, она абсолютно бессмысленная, затянутая, практически две серии слиты в никуда. Это можно было бы сделать гораздо прикольнее, гораздо интересней. Насчет боссов возвращаемся. Вот, боссы абсолютно консольного типа, рассчитано на то, что по ним тяжело попасть с геймпада. Ну, блин, когда ты играешь с мышки, ну, это не проблема. Некоторые моменты специально
сделаны не то чтобы сложными, а абсурдными. Опять же, мы три раза деремся с одним и тем же Левиафаном. Это тоже неинтересно. Постоянно эти тентакли, эти щупальцы. Сначала его называют Левиафаном, потом это Hive Mind. По сути, мы три раза деремся с Левиафаном. Один раз в корабле, один раз в космосе, один раз на планете. Происходит все абсолютно то же самое. Вот. Тентакли, блевотина, бомбы. Тентакли, блевотина, бомбы. Все. Нет, ребят. Короче, смотрите, в чем прикол. Как игра, это абсолютнейший провал. Как ремейк, это абсолютнейший провал. Я не знаю. Я еще даже не смотрел, какие оценки в Стиме на эту игру. Но, по-моему, это просто что-то отвратительное. Ни в коем случае не рекомендую вам ее покупать. Хотите насладиться историей? Наверное, посмотрите прохождение. Скорее всего, раз вы здесь, вы смотрели его у меня. Посмотрите второе и третье прохождение. Не у меня, проходите их не буду. Посмотрите, там есть анимационные, по-моему, фильмы. Да, по Dead Space. Они интересные. То есть, как история, как идея, она офигенная. Это очень крутая идея, которая была закопана плохим исполнением. Причем, хоть как-то оправдать плохое исполнение тогда, в 4-5 году, я могу, потому что они были ограничены технологией того времени, как по классику, да? Вот, то оправдать как-то сейчас вот этот вот, уж прошу прощения, высер, я никак не могу. Вот, эта игра плоха. Мне сейчас крайне жаль, что я потратил на нее свои деньги. Повелся на то, что она классика, она всеми любима и всякое такое. И вот, да. Короче, это из того, что я играл на канале, это одна из самых худших игр. Пожалуй, она по раздражительности, по абсурду, она вот туда, вот там, где Кена, проводник духа, вот там, где Том Рейдер, вот эти все. Блин, если, возможно, даже хуже, кстати. Все, ребятушки, пишите тогда в комментах, что вы думаете. Еще лучше, если вы подойдете в Discord, давайте обсудим. Я уверен, что у вас есть своя точка зрения. Возможно, это какой-то концепт, который я так и не смог рассмотреть и распробовать за 25 серий. Я с вами поделился своим мнением и впечатлением. Лично для меня это огромный провал, и вам я его не рекомендую. На этом будем заканчивать. Увидимся в следующих игрушках, в следующих прохождениях. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.